Учащиеся средней школы номер 14 города Владивостока приняли участие во всероссийской акции «Урок цифры». Ребятам рассказали о возможности искусственного интеллекта. Содержание и программа урока были разработаны благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при поддержке Сбера. Наверное, ключевая задача всех вот уроков, которые мы проводим, они сейчас идут по всей стране по искусственному интеллекту, это все-таки побудить интерес людей, детей в первую очередь, к тому, чтобы они этой областью начали интересоваться, чтобы они стали туда погружаться, чтобы они проходили какие-то курсы, лекции, материалы и тем самым получали навыки. Ведь действительно, вы правы, знания устаревают, но навыки нет. Школьники познакомились с основными принципами работы искусственного интеллекта, а также узнали, как технологии искусственного интеллекта могут помочь человеку в различных профессиях. Вспоминая себя в этом возрасте, да, я еще как-то на меня как-то школа еще пыталась влиять с точки зрения профориентации, описывая там, чем можно заниматься, водили нас на экскурсии на всякие там предприятия и учебные заведения послешкольные. Сейчас, к сожалению, всего этого практически нет. А мир гораздо сложнее стал. Слава Богу, что Сбер работает над этим делом и подобные мероприятия, подобные уроки проводит. По крайней мере, есть надежда, что у детей, которые сегодня здесь были, что-то где-то в голове щелкнет, вот, и взор повернется, на чем-то сфокусируется. Это уже очень здорово. Проект «Урок цифры» по искусственному интеллекту и машинному обучению реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Правительство Приморского края, оно уделяет большое внимание подготовке руководителей государственных служащих, потому что это сейчас необходимо. Нужно уметь ставить задачу, уметь задавать вопрос дата-сайентистам и цифровизаторам, скажем так, для того, чтобы они ответили на этот вопрос. Вот пока вот мы этому учимся. То есть мы обучаем госслужащих, руководителей и простых специалистов для того, чтобы они понимали, что такое цифровая трансформация, на чем она зиждется. Вот. Ну и для детей мы проводим уроки цифры. Все желающие могут пройти урок цифры по теме «Искусственный интеллект в образовании» на сайте урокцифры.рф. Там же доступны методические материалы для учителей, которые захотят использовать опыт экспертов на своих уроках. Акция проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Олег Завьялов, Екатерина Зверева, Настасья Лихман. Новости на Восьмом.